Да? Доброе утро, 007. После Афин я обещала вам недельный отпуск, но ситуация накаляется и требует вашего внимания. Вы можете говорить? Да, могу. Я в отеле. Буду в сети через минуту. Вот и вы. Что вам известно о Midhurst Laboratories? Биотехнологическая компания находится в Лондоне, работает на военных. Не просто работает. 2 года назад Midhurst Laboratories подписали контракт, предметом которого была биотехнология для Министерства обороны. Эта информация совершенно секретна. Я понимаю. Хорошо. На той неделе их специалист Малкольм Тедвард пропал без вести на Ла-Манше. Сначала предположили, что он погиб. Его яхту нашли перевернутой после шторма. Но сегодня нам сообщили, что он жив и готовится продать информацию кому-то в Стамбуле. А ваш источник надежный? Нет. Анонимный звонок с мобильного телефона, купленного в Мадриде. Он уже отключен. Но вскоре система Эшелон США перехватила другой разговор. У стройки на окраине Стамбула упоминалось биооружие, исследование и пароль. Может, ловушка? Похоже. Может быть, это пропавший ученый? Совесть проснулась или передумал продавать секреты страны? Рядом с вашей гостиницей садится вертолет. В аэропорту вас ждет самолет. Когда прибудете в Стамбул, сделайте все возможное, чтобы узнать, кто за этим стоит. И убедитесь, что результат исследований никуда не просочится. Доброе утро, 007. Мы нашли телефон, который засек эшелон, и проследили за ним до древних катакомб, расположенных под стройплощадкой. Мы потеряли сигнал телефона. Есть шанс, что вы сможете засечь его под землей. Отдел Q, конец связи. Куда собрались? Доктор Бонд? Британский музей. Фонд архитектурного наследия. Я должен провести проверку. Нет. Министерство культуры может подтвердить. Мне все равно. Я никого туда не пущу. Без каски. Конечно. Правило. На этой стройплощадке мы потеряли сигнал от Тедварда. Вам нужно выяснить, на чьей стороне этот ученый. Ищите улики с помощью смартфона. Мы скопировали жесткий диск. Передадим аналитикам. Продолжайте поиски. Доктор Бонд, бригадир сейчас подойдет. Подождите его в дальней будке. Прошу вас.
Сюда, доктор Бур. Попался! Давай! Покончено. Принял. Мы еще не разделались с предыдущим. Шевелитесь. На этого британца понадобится... Бонд, вы должны спуститься в туннели.
понял. Иду в катакомбы. Шатался по площадке. Ну и дела. Один убит! Thank you.
Теннер, я в катакомбах. Можете навести меня на сигнал Тедварда? Конечно. Достаньте телефон, на нем показано, где Тедвард. Вы выйдете прямо к нему. В восточном зале. Свод держится. Только немного породы осыпалось, а так порядок. Труп нашли? Ничего не нашли. Вряд ли от него вообще что-то осталось. Ясно. Продолжайте поиски. Вас понял. Продолжение следует...
Давай, Эдвард, вставай! Не тратьте время. Я ничего не скажу. Посмотрим. Пошел! Тут кто-то есть. Помогите, мистер, помогите мне! Я здесь! Кто вы? Кто это сделал? Бернин. Его зовут Бернин. Ему нужна информация. Мои формулы. Биооружие. Мы вытащим вас. Мне уже не жить. Вы должны выбраться наверх. Но у вас еще есть шанс спасти Тедварда.
отвечайте. Браво, как слышите, прием? Ничего не слышно ни наверху, ни от ребят в тоннелях. Да, как будто вся связь отрубилась. Может, камни не пропускают сигнал? Может быть, а может и нет. Если внизу кто-то есть... Один убит! Убейте его! Надо прикончить его! Вижу цель!
Теннер, что нам известно о Бернине? Секунду, я ищу. Готово. Бернин. Мелкий гангстер. Посредник. Значит, материалы Тедварда у него надолго не задержатся. Какой пароль к флешке? Какой пароль? Говори быстрее! Хватит! Не надо! Я скажу! Спасибо. Прикончить его! Уходим отсюда! Быстрее! Я уже опаздываю! Вон он! Поехали! Бонд Ми-6. Тедвард мертв. Бернин уходит. Вы засекли его? Да, 007. Сообщите нам, если потеряете его из виду. Понял. В туннеле. Куда едет? Бонд, похоже, он направляется в порт. За ним. Нельзя упустить эти материалы. Спорта, Теннер. Куда теперь движется? Едет на восток. Строго на восток.
Убейте его! Я должен передать материалы. Бонд, как слышите? 007, прием!
вертолет! И право! Почти на месте! Скажи имя. На кого работаешь? Никогда. Попробуем еще. Кто он? Кто тебя нанял? Мне нужно имя. Померов. Степан Померов. Куда он везет документы? Не знаю. Я сказал все, что знал. Прошу вас. Нет! Отпустите! Я больше вам не нужен! Это верно. Ну как, 007? Перехватили материалы? Нет. Ученый мертв. Но я знаю покупателя. Кто он? Померов. Степан Померов. Есть такой. Русский бизнесмен. Не имел... Не привлекался. Никаких сомнительных связей. Согласно отчетам, он сейчас в Монако. Вылетает в Москву сегодня вечером. Отправляю досье и фото. Есть.
Мне нужен надежный человек в Монако. Сейчас выдам контакты. Пусть задержит Померова до моего появления. Конечно. Что ж, вылетаю немедленно.